Всем привет, ребята, с вами я, Нюбик в Майнкрафте, и сегодня я продолжу играть в мини-игру, которая называется Bedwars. Ставьте лайки, в общем-то, ну а я начинаю. Ну а вот я уже и на карте. В общем-то, ребят, смотрите, у нас кровать снова поменяла свою раскраску, теперь она состоит из тыквы, это очень страшно выглядит, она такая прям оранжевенькая. И, в принципе, что ж, давайте тогда уже начнем играть. Давайте для начала мы залутаем ресурсиков, и смотрите... Офигеть, уже у синей команды сломали кровать, вот это да, пипец какой-то, ну ладненько, хорошо, хоть и не у нас сломали кровать, а то если бы у нас сломали кровать, то я бы просто офигел, реально, ребята, смотрите, там уже желтые строятся вот на тот полуостров, и поэтому нужно, наверное, им помешать это сделать, а то как-никак тут алмазы лежат, и они, наверное, хотят их залутать, но нет, нужно им это не позволить сделать, как раз-таки, вон, смотрите, через одну секунду заспавнится алмазик, опа, отличненько, держи, союзник, тебе алмазик, купи что-нибудь нашей команде, вот, а я пока, наверное, попытаюсь отомстить вот этим желтым какашкам. А ну-ка, давайте вот так вот строимся аккуратненько теперь. Просто берем, прыгаем и на лошара полетел. Да, отлично, я его скинул в бездну, а теперь просто пробегаем и пытаемся, наверное, сломать им кровать. Хотя их тут очень много, я, наверное, ничего не смогу сделать. Нет, отстань от меня, желтый. Так, отлично, одного убил, второго не смог. Эх, ну ладно, это, в принципе, тоже очень круто получились, потому что я убил минус 2. О, смотрите, в чате написалось, что я еще одного убил. Это как так-то? Я вроде как двоих убил, но оказывается троих. Вот это, конечно, круто. Только вот, ребята, походу я не смогу им сейчас сломать кровать, потому что у меня нету кирки, вот. А у них кровать очень круто заставлена вот таким вот эндерняком, или как он там называется. Ну, ладненько, тут у них дерево. А ну-ка, ай, что ты меня бьешь, дурак, блин, не получилось. Ну все, сейчас тогда, знаете, что надо сделать, ребята? Купить какую-нибудь блестяшку, либо же кирку хотя бы. Вот, ай, этот союз залутал все мои ресурсы. Ты чё творишь-то, дурак? Ну, пипец. Кстати говоря, у нас кровать вообще никак не заставлена. Просто ее могут прийти и сломать кто угодно. Поэтому, ребята, давайте тогда я сейчас ее заставлю, потому что у нас команда каких-то тоже нубиков. И походу они не знают, что кровать нужно заставлять. Вот, поэтому сейчас тогда я вот эту штуку куплю и заставлю ее, чтобы ее никто не сломал. Кстати, смотрите, там уже красный бежит. Быстрее заставляем. Все, понял, да? Теперь-то ты не сломаешь нашу кровать. Ух, ребята, я вообще очень вовремя ее заставил, потому что еще бы секундочка, и нас бы сломали. Это просто пипец. Ну ладненько, сейчас тогда нужно накопить 10 золота, купить себе блестяшку, и тогда-то я просто возьму и взорву этим желтых ихнюю кровать. Только вот нужно еще подождать, пока эти 10 золота накопятся. Ну хотя у меня уже 8, осталось еще немножечко. И, кстати, смотрите, что там у нас происходит. Ага, ну на нас никто не нападает, это очень хорошо. И давайте я вот сюда 2 блока поставлю, и вот сюда тоже. Отличненько. А, нет, стой, чувак, блин, он залутал мой последний золотой слиток, который мне нужен был. Ну, ладненько, тут их очень много, поэтому давайте тогда берем, покупаем ТНТ, потом покупаем, наверное, блоков, потому что я, наверное, буду строить себе такой воздушный мост, чтобы было легче скидывать ТНТ оттуда. И, в принципе, все, я уже буду отправляться. Желтый, откуда ты здесь взялся? Отлично, наша команда с ним справилась. Вот это было, конечно, жестко, ребята, он такой просто прибежал на нашу команду, а я даже об этом не знал. Просто пипец. Если бы я сейчас убежал, а он бы остался там, то, скорее всего, он бы нам сломал кровать, и это было бы вообще не весело. Ну, ладненько, давайте вот так вот осторожненько проходим. Теперь начинаем строить наш крутой воздушный мост. Кстати, смотрите, на желтую команду нападает красная команда. Вот это да. А давайте мы с вами подружимся с красным игроком. Давай дружить, красный игрок. У нас просто с тобой одна задача. Мы вместе хотим сломать кровать этим желтым. О, его, походу, сейчас убьют. А, не, он выжил. Вот это он дает, конечно. А давайте тогда этого красного затроллим. Я сейчас просто вот так возьму и... Ай, блин, что... Это как так-то? Ладно, я выжил. Давайте ставим ТНТ и, короче, убегаем куда-нибудь подальше. Вот туда вот. А ну-ка, взрыв там произошел. Да, смотрите, там все нафиг взорвалось. И сейчас нам нужно вот этого вот жёлтого убить. А то, мне кажется, он бы меня убил тоже. А ну-ка, там кровать-то у них есть или нету? Я что-то не понимаю. А, их кровать уже сломали, ребята. Прикиньте, осталось только их добить. И получается, мы наконец-то уничтожим эту команду желтых. Ну ладненько, давай подеремся. Ой, у него железный меч. Блин, ну не, я никак бы его не убил, потому что реально железный меч это очень круто. А я был всего лишь деревянным мечом. Ну ничего страшного, думаю, сейчас-то мы сбегаем и до конца добьем их команду. Блин, довольно-таки прикольная у нас серия сегодня получается. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, кто еще не подписан. Вот, а я сейчас попробую добить этих самых желтых. А ну-ка, идем, прыгаем и раз, два.
Плевать, 3, отлично, минус 1, и второго сейчас добиваем. Интересно, получится это у нас или нет? Да! Офигенно, ребята, я просто взял и как крутой пацик, короче, прибежал и всех размочил. Вот это было круто, конечно. Отличненько. Ну что ж, сейчас тогда будем мстить следующей команде. Вот, например, красных, потому что, смотрите, они тут уже нападают на меня. Я вообще не понимаю, что им от меня нужно. Отстань! Да блин, ну все, ребята, я просто очень зол на команду красных, поэтому сейчас я именно на их команду и отправлюсь. Но для начала нужно закупиться всякими прикольными вещичками. Ну все, я все закупил и... Стойте, мы уже победили, ребят, прикиньте, я только хотел бежать на следующую команду, чтобы их уничтожить, а оказывается, мы уже выиграли, вот это да, это была очень быстрая игра и очень крутая, поэтому давайте сыгранем вторую. Ну, а вот я уже на второй игре, я уже купил себе все нужные вещи, и поэтому, ребята, предлагаю вам уже пойти на центр и попытаться разломать чью-нибудь кровать, только вот я не знаю, например, синих может напасть, да, давайте как раз-таки на синих мы и нападем, а ну-ка, о, тут изумрудики есть, отлично, думаю, он мне пригодится, но для начала нужно как-то уничтожить вот этого красного, на тебе, лошара, полетел вон туда, он даже не полетел, он просто взял и умер, вот это он, конечно, дает, ну ладненько, давайте тогда сразу вот этого синего еще попробуем убить, а ну-ка, о, нифига себе, вот это я, конечно, даю, это просто вообще суперско было, потому что я сразу минус 2, короче, сделали, и опа, давайте, ой, нифига, меня чуть не скинули, давайте вот такой вот мостик построим воздушный, потому что я купил себе ТНТ, и сейчас мы попробуем это самое ТНТ скинуть прямо на ихнюю кровать, а ну-ка кидаем, теперь отходим подальше и бабах, вот это было эпично, конечно, тут снесло шерсть, но у них еще остался один слой защиты, поэтому давайте, ребята, тогда я вот так вот прыгаю, убиваю вот этого, раскапываю тут кровать, ой, меня другой уже начинает убивать, отстаньте, да сколько вас здесь, и красный прибежал, ну отстаньте от меня, блин, да что ж такое-то, ребята, на меня просто все цвета напали, и, короче, я вообще ничего не смог сделать, да что ж такое-то, ну пипец, ну все, красные, я вам потом отомщу, но для начала я, как и хотел, отомщу команде синих, вот, поэтому давайте бежим прям туда, хотя я не знаю, что я туда бегу, потому что у меня даже брони нету, ребята, вы прикиньте, это просто пипец, он просто в бездну упал, вот это он нубик, конечно, а ну-ка, давайте вот этого скидываем туда же, в бездну, а ну-ка, полетел, теперь давайте ломаем вот этот блок, хотя, что-то мне подсказывает, что я не сломаю его, да, меня уже убили, ну пипец, что ж такое-то, ну хотя я на самом деле ступил, потому что я не купил себе никаких кирок там, никаких ТНТ, поэтому сейчас вот это все я закуплю и уже буду атаковать ихнюю базу. Ну все, на этот раз они меня точно не смогут убить, и на этот раз я им точно сломаю базу, потому что, ребята, смотрите, что я купил. Я купил целых 3 блестяшки, это очень-очень много, и думаю, с помощью них-то я 100% смогу уничтожить этих дурацких синих игроков. Давайте вот такой вот мостик строим, осторожненько, главное, чтобы меня сейчас никто не скинул, и чтобы все было хорошо у нас с вами. Так, ребята, отличненько, подходим, теперь скидываем вот сюда, наверное, куда-то одно ТНТ, ждем, пока оно взорвется, потом еще одно скинем, а ну-ка, бабах, хотя я уже вижу их кровать, но давайте на всякий случай я скину еще одно ТНТ, чтобы их подзорвать, вот этих синих какашек, а ну-ка, все, спрыгиваем и ломаем, да, отлично, я ее сломал, ребята, осталось только убить вот этих... Ой, не получилось у меня, ну ладно, ничего страшного, ведь все-таки я их тоже убил, целых, по-моему, 2 человека я убил, да, это круто, осталось убить последнего, а, он уже умер, ребят, прикиньте, все, команда синих полностью уничтожена, и поэтому давайте сейчас тогда сделаем новый закуп, купим новые блестяшки, там новые кирочки, и уже пойдем мстить команде, кого там нужно убивать-то, красных, да, точняк, я как раз-таки хотел их убить, поэтому все, пусть они, в общем-то, боятся меня. Так, в общем, я купил уже одну блестяшку, но, как по мне, ребята, одного ТНТ будет мало, поэтому сейчас я вот так вот проберусь на команду желтых, которых уже нету, и, наверное, у них на базе прям очень много всяких ресурсов лежит, и сейчас мы это проверим, а ну-ка, давайте подбегаем к ней, так, кровати у них уже нету, потому что они лошары, о, нифига себе тут ресурсов, ребята, вы только посмотрите на эту кучу, а ну-ка, давайте все это забираем, и того у меня уже 16 золотых слитков, вот это просто супер, давайте тогда покупаем еще одну блестяшку, и, в принципе, думаю, 2 блестяшек мне хватит, чтобы уничтожить команду красных. В общем-то, остальные ресурсы я вот сюда вот положу в этот черненький сундучок. И, в принципе, отправлюсь уже... О, нифига себе, они, смотрите, какой мост построили. Вот это они, конечно, дают. Ну, ладненько, я, конечно, не думаю, что этот мост им как-то сильно поможет. Ну, окей, давайте тогда, в общем-то, уже проберемся на их базу. И как раз-таки сломаем им кровать. Так, я почти на месте, ребята. Смотрите, вот тут уже мост есть прямо на ихнюю базу. И поэтому...
поэтому сейчас я по нему пробегу и, блин, только там железяка, и что-то как-то я его очень боюсь, потому что мне кажется, он меня сейчас просто возьмет и убьет, поэтому я лучше вот такой вот мостик воздушный построю, как всегда, и попытаюсь на них скинуть ТНТ, думаю, у меня все получится. Так, где там этот красный? А, он меня даже не видит, ребят, прикиньте, вот это он, конечно, лошара. Ну все, сейчас тогда я просто возьму ТНТ, скину, короче. О, нифига, видали, как этот монстр взорвался, это было вообще, конечно, эпично. А стойте, а где у них кровать-то, ребята? Я что-то не понимаю. Вроде как это ихняя, этот, база, а кровати тут вообще нету. Это как так-то? О, мы победили, ребят, прикиньте. Я что-то вообще не понял, что произошло. В общем-то, что ж, на этом я уже, наверное, буду заканчивать. С вами был я, Нюбик в Майнкрафте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И, кстати говоря, у меня открылся новый канал, поэтому туда тоже обязательно, ребята, подписывайтесь. Там будут тоже выходить очень крутые видео. Ссылка на него будет в описании, вот. А также не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте. Ссылка также будет в описании. И, в принципе, все. Всем пока!